На улице Даниловского в гаражном кооперативе за конечной остановкой 21-го автобуса произошло ДТП, участниками которого стали стороны любовного треугольника. 32-летняя хабаровчанка, находящаяся на 7-м месяце беременности, шла из дома на остановку через гаражи и увидела своего мужа в обществе соперницы. О ее существовании горожанка знала, но к неприятной встрече не была готова. Конфликт вспыхнул, как порох. Не знаю, я вышел с гаража, смотрю, дерутся. Одна девушка схватила парня за волосы, а вторая девушка схватила первую девушку. И вот все друг друга за волосы таскали, орали. Женщины не только подрались. По словам беременной хабаровчанки, супруг сел в машину любовницы, парочка попыталась уехать. Женщина хотела их остановить и схватилась за дверную ручку. Сидевшая за рулем в этот момент тронула машину. Беременная упала. Пострадавшая уверяла, что «Приус» проехал ей по руке. 24-летняя автолюбительница обвинение отрицала. Свидетелем аварии это тоже показалось актерством. А на самом деле она имитировала. Машина едет, он ей сказал «отстань», а она это... И за ручку схватила и упала, как будто вот. Виноват водитель. Какой же водитель? Виноват. Водитель не виноват. Пешеход, который имитировал это все. Как все происходило на самом деле, еще будут выяснять сотрудники полиции. Скорую помощь сюда никто не вызывал. Однако в сводку этот случай все же вошел. В 7 часов вечера беременная обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали ссадины волосистой части головы и левого локтя. По словам пострадавшей, брак с этим мужчиной был заключен полгода назад, ему предшествовали 4 года отношений. Женщина намерена подать на развод, совместных детей у пары пока нет. С места происшествия Юлия Рябцева, Анастасия Манина и Виталий Векслер.